Не знаю, что там с коронавирусом и чеснок. Вот сейчас все предлагают, не знаю, хорошо ли это или плохо. Да, еще ничего не ясно, но паника уже идет. Паника уже идет, и поэтому лучше сейчас, вместо того, чтобы паниковать, лучше занимайтесь любимым делом. Вот я рисую и создал формулу Фа сейчас. Сейчас будем всем давать, и детям в школах, чтобы лучше сдавали ЕГЭ, и взрослым, чтобы меньше уставали и меньше паниковали по всякому поводу. А смотрите, какая картина, аквариум у меня называется, видите? Там рыбки плавают, и личико оттуда смотрит прямо в аквариум. Ну да, а это Ева в саду Эдема. Да, насчет чеснока. Заколебали уже. Кому не лень, все пишут и пишут, что надо чеснок есть от этого коронавируса. А я вот некоторое время назад, ну, год назад или два, случайно, еще до всякого коронавируса, несколько вечеров чеснок ел, а потом сердце болело. Так что надо знать, когда, кому и сколько, и с кем. Ну, как с любимым делом, то же самое. Да, но лучше сейчас мы покажем формулу Фа. Это элемент сихрогимнастики. И будет вам счастье. Во-первых, поднимает стресс иммунитет. Открывает творческие способности. Смотрите, какие ромашки у меня. Круто, да? О, вот так, друзья. А формула Фа развивает интеллект.